предыдущих сериях персики в Приморье растут лежа. Саженцы лучше покупать осенью. И чем больше шипы у крыжовника, тем вкуснее его ягодки. В программе «Сады и огороды» такие актеры, как Брэд Питт, Том Круз, Анджелина Джоли, никогда не снимутся. Поэтому в главных ролях Ирина Грядочкина и... все. Слышали фразу «Те, кто читают, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор». Вы еще смотрите? Ну-ка, быстренько бегите в киоск и покупайте новый номер журнала «Сады и огороды Приморья». Ну а те, кого трон и власть не прельщают, смотрите дальше. Все покажем и расскажем. Меня зовут Ирина Грядочкина. Давайте начинать. Спонсор программы – компания ландшафтного дизайна «Landwell». Превратите обычный загородный участок в уютное место для отдыха. Водопады и бассейны, газоны и клумбы, живые изгороди, пешие дорожки и зоны для барбекю, альпинарии и ракарии на любой вкус, работы из камня, дерева, растений и других природных и искусственных материалов. Доверьте свой придомовый участок профессионалам. Компания ландшафтного дизайна «Landwell» знает все секреты комфортного отдыха. По неофициальности статистики в детских стихотворениях со словом «забор» чаще всего рифмуют фразу «дедушка Егор». Хотя, казалось бы, «угор», «бобор», «мухомор», «когор» – выбор есть у них, но нет, вцепились в деда. Почему, собственно, «забор», спросите вы? А я вам отвечу, ведь в нашей программе главное взаимодействие со зрителем. Так вот, на обложке нового номера журнала «Сады и огороды Приморья» изображен забор. И, естественно, мы не могли оставить этот громкий факт без внимания. Кстати, в 19 веке в России знатные люди заборы не ставили. Это было моветоном. Считалось, что ограждения скрывают всю архитектурную прелесть богатых домов. Заборы были признаком мещанства. Их ставили только крестьяне и люди низших сословий. В общем, те, кому было что прятать. Неспроста, знаете, Кремль огорожен. Сейчас, конечно, все перевернулось, и заборы стали в первую очередь защитой. Кстати, в некоторых странах по наличию ограждений вокруг домов судят о преступности района. А вот про дизайн заборов, а также про то, как за ними что-то выращивать, читайте в журнале «Сады и огороды Приморья». Сады и огороды. Сейчас в мире два новых тренда – спиннеры и здоровый образ жизни. Причем людям резко понадобилось все экологически чистое – продукты, дома, отдых. И в связи с этим появился агротуризм. Его еще называют экотуризм или просто сельский туризм. Это когда люди, присытившиеся городской комфортной жизнью, отправляются на какое-то время в деревню. Там они живут в обыкновенной избушке без всяких удобств. Учатся доить коров, пасти овец, подвязывать малинку, копать картошку. За это они, конечно, платят деньги. И этот туризм довольно популярен даже в Приморском крае. Просто я не понимаю, почему тогда, например, нет лакшери-туризма, когда какой-нибудь Петрович из села Кукуевка приезжает в Москву. Там он живет в доме олигарха, ходит с ним на важные совещания, ест омаров, учится водить лимузин, ну и так далее. Ух ты! А я бы хотела! Кстати, один из видов агротуризма в Приморье – это страусиная ферма в городе Фокино. Там живут несколько южноафриканских страусов и их детишки. Оказывается, страусы живут на планете 12 миллионов лет. Еще в Древнем Египте знатные дамы выезжали в люди верхом на этих гигантских птицах. А в наши дни на страусах даже устраивают скачки. Смотрите, какая странная штука. Если на страусах можно ездить верхом, и если у нас в России такая проблема с кнопками «Эроглонас», давайте пересядем на страусов. Только вдумайтесь, они бегают со скоростью 70 км в час, а живут в среднем 75 лет. При этом у птиц очень сильные ноги. И если вам кажется, что гаишник не прав, страус разберется. Хотя, знаете, в нашей стране со временем появятся какие-нибудь страусы-калины, лада-страусы, которые будут бегать уже 20 км в час и при этом пыхтеть. А какие-нибудь умники скажут вживлять в страуса из-за рубежа датчики слежения. Но пока этого абсурда не произошло, агротуристы с удовольствием ездят в Фокино наслаждаться обществом самых больших птиц в мире. У кого-то на дачах курочки, у кого-то цыпочки, а у кого-то южноафриканские страусы. А что? В отличие от петухов, по утрам не будят, зато тоже несут яйца, только в несколько раз больше куриных.
Толщина шкалупы 2,5 мм. Вес яйца 1,5 килограмма. Средний вес. Когда-то на загородном участке Валерия Королева было 19 страусов. Но многих он продал. Теперь осталось только трое. Варвара, Гоша и Кеша. Мальчишек можно узнать по красному клюву. Красные носы – это мужские гормоны, выходят наружу в брачный период. Поэтому, когда видишь мужиков с красным носом, это не говорит о том, что мы с мороза. Кстати, о морозах. Страусы после жаркой Африки без проблем адаптируются к нашему климату. Не мерзнут зимой и даже купаются в снегу. Африканец, холодно же. Но он маленько по-русски-то уже говорит. Он говорит, да нормально, Валера, было бы холодно, что бы я туда полез. Поэтому напрасно говорят, что страусы – трусы. Оказывается, голову в песок они прячут, чтобы очистить ее от паразитов. Правда, вот со влажной приморской почвой такое не прокатит. Поэтому в нашем крае гигантские птицы ходят с гордо поднятой головой. Напрягается, шея надувается, вот такая становится. Рот закрыт, что интересно. А потому что страус – высокоинтеллектуальная птица. И не о чем ему с вами разговаривать. Самая сильная часть тела у страуса – это ноги. Одним ударом птица способна проломить череп льву. Страусы прыгают на 6 метров в длину и совсем не думают перед этим действием. Поэтому несколько лет назад Валерию Королеву и его подопечные даже сломали 2 ребра. Страусиная психика может выдержать многое. Страшнее всего для птицы сломать палец или ногу. Это равносильно смерти. Подобные случаи на ферме Валерия Королева случались. И как это не ужасно прозвучит сейчас для вегетарианцев, искалеченных птиц хозяин съедал. Кстати, их мясо, по словам врачей, очень полезное. Но не все полезное, вкусное. Суховатое такое оно, постное, пресное. Без сала зимовать пятки мерзнут. Я пробовал. Сало добавишь, вроде ничего. А вот маленькие страусята. Этим всего месяц, а еще через месяц они будут почти такого же роста, как родители. Несутся птицы с марта по сентябрь по одному яйцу за раз. Снесла первый, второй будет через 48 часов, следующий опять через 48 часов. И так штук 5, 6, 8 через день. Потом дней 10-15 отдыхать. Чем больше она дала в цикле, тем больше ей надо отдохнуть. Питаются страусы в основном зерном и зеленью. Но Валерий Королев приучил их есть помидоры, огурцы, хлеб, картофельные очистки. В общем, обрусели африканские страусы. Скоро будут требовать борща и блинов. О гигантских заморских птицах Валерий Королев знает все, поэтому туристам, которые приезжают на его ферму, с удовольствием рассказывает различные истории. А еще продает им самих страусов, их яйца и перья. Я вообще не коммерсант. Старею, становлюсь сентиментальным. Привыкаю к ним, и все. И уже выхожу осенью, представляешь, вот кушать хочется, да? Выходишь с топором во двор, а съесть некого. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start. Минздрав предупреждает, чтение журнала «Сады и огороды Приморья» положительно влияет на ваши грядочки. Следующая наша тема близка к агротуризму. Поговорим о ландшафтном дизайне. По неофициальной информации, в некоторых кругах еще его изредка называют «выпендреж». Понятие объемное, поэтому понадобилось разъяснение интернета. Так вот, на одном сайте сказано, ландшафтный дизайн участка – это гармоничное сочетание человеческого вкуса, искусства и природы. Да под такое понятие подходит все, что угодно, даже деятельность гробовщика. А что? Может, для человека это тоже искусство, и природа есть? Добавить немного креатива, и чем не ландшафтный дизайнер? Ну а теперь, когда все суеверные переключились, будем говорить о том, как украсить загородные участки. Часто для этих целей используют природные материалы. Камни, деревья, цветы, кусты или подручные материалы. Отголоски ландшафтного дизайна можно увидеть практически в каждом дворе. Я сейчас о лебедях из автомобильных покрышек. Ведь каждый из нас в душе художник. Идеи для украшения загородного участка в этот раз мы подсмотрим у арт-парка «Штыковские пруды». Там все и красиво, и практично, и выполнено в основном из модных экологически чистых материалов. Сады и огороды. Обычный загородный участок можно превратить в настоящее произведение искусства, при этом используя материалы, которые буквально валяются под ногами или возвышаются над головой. За основу можно взять, например, дерево. Да, любое дерево, конечно же, годится для декоративных целей. Главное знать, какое дерево, куда
стоит применить. С недавних пор, когда мир возвел в культ здоровый образ жизни, стало модно строить дома из экологически чистых материалов. При этом все чаще люди стараются быть не похожими на соседей и обращаются к дизайнерам. Благодаря им из обычных деревяшек можно создать настоящие шедевры. Кстати, в среднем срок службы деревянных построек около 50 лет. В основном мы используем елку нашу приморскую в строительстве домов, для внутренней отделки липу, березу. Хвойные деревья лучше использовать так, чтобы минимизировать контакт с телом и одеждой, потому что деревья выделяют смолу и могут испачкать. Так из хвои часто делают мостики, а вот, например, для качели она уже не подойдет. Здесь лучше использовать березу или липу. Скульптуру лучше всего делать из березы или липы, потому что у него достаточно однородная текстура и позволяет прям любые мелкие детали выполнить скульптору. Я, как шуточный критик, должна заявить, что мне кажется, что дерево в оформлении загородных участков используют суеверные люди, чтобы всегда было обо что постучать. В постройках из дерева не жарко, потому что у материала высокая степень теплоизоляции. Но за любыми деревянными изделиями нужно грамотно ухаживать и всячески обрабатывать. Дерево – это такой материал, который нельзя вот поставил, как там, допустим, камень, и забыл про него, оно там 100 лет стоит. Но в жару хочется не просто сидеть в деревянном доме или любоваться на такие же скульптуры. При палящем солнце хочется купаться, поэтому многие мечтают о бассейне. Правда, для этого нужно будет провести водопровод или пробить скважину, если рядом природное водохранилище. Бассейн, в принципе, можно поставить на любой территории. Сейчас очень много технологий, готовые чаши продаются, из бетона можно отлить чашу. Покрытий очень много существует различных, и ПВХ, там, и пластики всевозможные. А вот чтобы дойти до бассейна, понадобятся дорожки. Если в изумрудном городе они были вымощены желтым кирпичом, у себя на участках люди используют чаще всего камни или дерево. Укладываются они все по общей схеме. Сначала вынимается грунт, плодородный слой снимается, потом выборка сантиметров на 30, наверное, делается углубление. Кладется сначала дренажная, там сантиметров 10 крупного щебня, потом расклинцовывается более мелким щебнем, и только потом кладется уже финишное покрытие. Здесь вот песочек, здесь можно порелаксировать. Это вулканические камни, достаточно жесткие на ощупь. Развлечение для дачных экстремалов. Это тактильная дорожка для самостоятельного массажа стоп. Можно разнообразить ее всевозможными материалами и поставить, например, рядом с грядками. Было бы желание, фантазия и побольше деревьев. И тогда дача будет ассоциироваться не с землей и картошкой, а с мыслями о высоком и эстетическим наслаждении. Смотрите, как мы в этот раз с вами гармонично двигаемся. Сначала поговорили о заборах, потом о тех, кто может из-за них выглядывать, далее о том, что мы сами можем за ними увидеть. Ну а теперь пришло время поговорить о самом главном – о корнеплодах, корнеплодиках. Никого не удивишь тем фактом, что картошку в Россию привез Петр I. А вот кто привез чипсы? Оказывается, придумали их в США в 1854 году. Причем произошло это случайно. Я, конечно, извиняюсь, а почему случайно не придумывают лекарства? Ну или что-нибудь полезное? Так вот, создатель чипсов Джордж Крам работал тогда поваром. Один клиент пожаловался, что картофель в блюде нарезан слишком толстыми ломтями. Крам решил подшутить над ворчуном и порезал картошку очень-очень-очень-очень тонко. На удивление, новшество понравилось. Вскоре повар открыл свой ресторан «Крам в шоколаде, все в чипсах». В Россию чипсы неизвестные благодетели привезли в 1963 году, то есть во времена СССР. Понимаете, секса тогда не было. А чипсы уже были. Вот это да! Это что ж получается-то? Батюшки мои! На сегодняшний день выведено свыше 3000 сортов картофеля. Одна неравнодушная девочка из Приморья провела исследование и выяснила, какие сорта подходят для изготовления чипсов и картошки фри, а какие нет. Работу провела под руководством дедушки, который о картофеле знает очень много. К ним на участок мы сейчас и отправимся. Пойдем копать картошку.
Восьмилетняя Ирина Федорова из села Суражевка не только раскопала подземные овощи, но и провела исследование. Выяснила, какие сорта больше подходят для приготовления картошки фри. Картошечка! В ресторанах картофель фри может быть не полезным, ядовитым. Юная дачница взяла 6 сортов картофеля и поджарила во фритюрнице. После приготовления вся семья выступила дегустаторами. Там по определенной схеме у них записано, ставили оценки. Оценки там, по-моему, в пятибалльной системе у них выставлялись. И там шло цвет, вкус, там что-то еще рассыпчатое, не рассыпчатое. Проверяли. Хорошие сорта были. Это Адрета. Санте и солнцесвет. Результаты исследований подходят и для чипсов. Критерии приготовления одинаковые. Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Если брать правильные сорта, то это блюдо может быть не только вкусным, даже полезным, потому что, в принципе, картофель – это очень полезный продукт. Почему так важно выбрать сорт? Потому что он должен быть хрустящий, то есть меньше впитывать в себя масло. Картошка Ленд! Картошечка, картошечка, картошечка! Любовь к картошке к Элине перешла по наследству. Ее дедушка – профессиональный селекционер. На даче выращивает около 30 сортов этого. Картошка домашняя, свежая, разваристая, очень вкусная. В 2016 году дедушка Элины вывел новый для России вид картофеля – солнцесвет. Вот это солнцесвет. Чем отличается? Видите, сравнительная скороспелостью, урожайностью, вот, устойчивостью к болезням. Видите, ботва вся здоровая. На выведение нового сорта Николаю Сакара потребовалось 12 лет. Сейчас в разработке еще один вид. У него пока нет названия, только номер. Под номером 14. Но он среднеранний, вот, высокоурожайный и имеет красивую форму клубня. Вот. И что ценно, розовую окраску. Это очень редко. О, как хорошо, когда в доме есть настоящий большой крепкий клубень. О, какой поворот! К семье картофелеводов часто обращаются за советами по поводу выращивания овоща. Самое главное, рекомендует Николай Сакара, иметь дело только с российскими сортами. Антошка, Антошка, цыглай нам гантошки. Антошка, Антошка, нам на гантошки. Ну а напоследок я припасла для вас гусей. Шутка. А что ж не коз? Не так смешно? Журнал «Сады и огороды Приморья» объявил фотоконкурс. На электронный адрес, который вы сейчас видите на экранах, можете присылать фотографии домашних животных. Не только кошек, собак и попугаев, а любых зверей, которые живут у вас дома или на загородном участке. Подробнее о конкурсе и датах его проведения читайте в журнале. Также анонс. В скором времени все, кто неравнодушен к винограду, может совершить поездку в китайский город Яньцзи. Это специальный так называемый дачный туризм. Людям покажут виноградники и расскажут подробности об этом фрукте. Больше информации о поездке и о том, как на нее записаться, можно узнать, позвонив в редакцию журнала. Телефон есть в самом издании. Видите, как ни крути, а придется читать журнал. Сады и огороды. И вообще, друзья, на дворе лето, хочется перемен. Так что смело ломайте стереотипы. Садите помидоры на те грядки, где раньше росли огурцы. Смените платочек у огородного пугала. Читайте журнал «Сады и огороды Приморья» от конца к началу. И самое главное, рифмуйте слово «забор» не только с Егором, но и с другими именами. Меня зовут Ирина Грядочкина. Удачи на грядках! Спонсор программы – компания ландшафтного дизайна «Лендвелл». Превратите обычный загородный участок в уютное место для отдыха. Водопады и бассейны, газоны и клумбы, живые изгороди, пешие дорожки и зоны для барбекю, альпинарии и ракарии на любой вкус, работы из камня, дерева, растений и других природных и искусственных материалов. Доверьте свой придомовый участок профессионалам. Компания ландшафтного дизайна «Лендвелл» знает все секреты комфортного отдыха.